Уралвагонзавод участвует в танковом биатлоне 2019. Конкурс боевого мастерства экипажей проходит в Подмосковье на полигоне Алабино. Специалисты Уралвагонзавода традиционно подготовили для российской команды танки Т-72Б3. Всего в конкурсе участвуют 25 стран. Впервые будут соревноваться три женских экипажа. Военный праздник торжественно открылся танковым балетом с музыкальным сопровождением. Конкурс боевого мастерства продлится до 17 августа.